Всем привет, с вами Том, и в сегодняшнем видео мы будем делать в Sims 4 Леди Баг. Правда, персонажа я все-таки назвала по имени и фамилии, и решила я ее сделать, потому что я такая листала моды, как обычно, на сайте, и вдруг смотрю, кто-то выложил полный сет костюма Леди Баг, прическу, костюмчик, сережечки, даже линзы и даже ее на пояс. В общем, я такая, ну грех не сделать. Ссылочка на этот сет будет в описании к ролику, если вдруг вы захотите ее повторить, просто качаете и повторяйте, пожалуйста, все ссылки будут указаны. Поскольку костюм у нас был уже полностью готовый, я решила сосредоточиться немного больше на лице, попыталась сделать маринет более похожий на саму себя в мультике. Правда, глаза я в итоге стала делать не такими большими, но все же не знаю, насколько у меня получилось воспроизвести подростка в Sims 4 и приблизить ее к рисовке мультсериала. Я старалась все-таки как-то, чтобы было более по-человечески выглядело, но в то же время маринет как бы сама себя напоминала, постаралась ей сделать более круглые какие-то щечки, узкие губки, но не знаю, как уж там получилось. Если что, да, конечно же, я смотрю Леди Баг, я знаю про этот сериал. Если вдруг вы в этом все еще сомневаетесь, я Леди Баг ждала, и когда это еще должен был быть 2D аниме сериал с немножко другой стилистикой, вот. Но когда вышел 3D, тоже, конечно же, и первый смотрела, и второй сейчас смотрю онгоингом, и когда бы вы это не смотрели, то знаете, я уже смотрела последнюю серию, вот, и она мне, скорее всего, конечно же, понравилась, хотя первый сезон мне как-то немножко разочаровал. Я думала, будет больше экшена, но второй вот сейчас продолжает радовать. Больше героев, больше всяких смешных ситуаций. Я надеюсь, будет у нас еще всякого много нового интересного нам создатели подкинут. В общем, девчонка у меня получилась среднестатистический подросток, который вроде как похож на Леди Баг и Маринет. Если вы захотите повторить персонажа, ссылка на костюм будет в описании к ролику. Делайте с удовольствием, я думаю, у вас тоже все получится замечательно. Черты характера тоже, кстати, ей подобрала, сделаю это творческой натурой, и долго выбирала между активной и растяпой, но здесь растяпа немножко другое, чем маринет у нас страдает, поэтому решила оставить активную и творческую натуру. Надеюсь, этот ролик был вам интересен. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. С вами была Тома, пока!